Давай. Приглашаю. Тут еще есть «We were here together». Искать напарника, пригласить друга. Я тебя приглашаю. О! Вместе весело решать ачивку дали. Сразу же. Крутяк. Бэткарма крестьянин. Так, у них пухты. Так, готов, наверное. Лорд! Почему ты лорд? Почему я крестьянин? Потому что я лорд. Так, прогнать игрока. Покинуть комнату. Играть сначала. Лорд. Да, почему лорд? Спокойно. Сейчас мы решим. Спокойно целую перстень. Общение – залог успеха. Ух ты, следите за тем, как изменяется комната в зависимости от действий вашего напарника. Ух ты. Так, в этих... Ожидание другого игрока. В бальных залах не срать. Я лорд. Я лорд вообще-то. Это должен говорить, надо бы корову подоить. Ну и чё? Ожидание другого игрока. Рузится. А, вот у меня тоже ожидание другого игрока. Всё. Ух ты. Ну всё. Кто это? Кто это? Анимейшн. Зачем это? Не дойдут. А, так это не средневековье. Я думал, по замку это какое-то древнее. А тут, ну, видишь, очко современное. Гля, сигнальная ракета. Вот тебе замок, пожалуйста. Вольфенштайн. Далековато. Двери сейчас закроются. Любас. Так, а где двое других? Мы их съели? Они отстали. Их завалило. Снегом. Давай разделимся. Классика. Самое вообще мудрое решение. Да. Я думал, от шкуры. Прибиты. О. Так, у меня в руках рация, тут какие-то крабы. Я в замке, я только что посмотрел вступительный ролик, да-да. Ну, у меня какой-то тут алтарь или сундук. Ну да, алтарь. О, вот и сразу первая головоломка. Три каких-то картинки. Какие нажимать? Дверь заперта. А у меня дверь открыта. А, нет, заперта. Я в каком склепе, короче? Гробы какие-то. Дверь заперта. Что делать-то надо? Ага, у меня надо три картинки какие-то выбрать. И что-то изменится, очевидно. Рычаг есть, который не работает, потому что я неправильные картинки выбираю, очевидно. Видимо. Какие правильные? Слушай, это же кооп игра. Ты, наверное, да, мне должен подсказать, какие картинки мне выбрать. Не знаю, смай, где ты смай, видишь смай. Картинки. Нет, ну у нас-то разные помещения. У меня есть три символа, которые мне надо выбрать. Посмотри у себя там где-то в комнате, я не знаю, какие-то символы, которые расположены в определенном порядке. Так, я вижу. Знаешь, где символ расположен? Над гробами. Говори, первый какие? Символ – цветок. Погоди, я сейчас найду. Цветок – это такой треугольник над ним? Ну, там ромб и два треугольника. А, все, сейчас. Так, есть. Цветок есть. Второй? Второй похож на гондон. Так, такой... есть такой символ. Я понял, о чем речь. Третий символ похож на рюмку, но и на песочные часы. Рюмка, ага, так, выбрал.
Четвертый тоже меня... самое. Такая же рюмка. Погоди, нет, у меня три символа. Какие? Сейчас, я нажал на рычаг, ну, вроде как ничего не произошло. О, слушай, а это в другой комнате, потому что... Это потому что находится в другой комнате. Здесь два символа, а там три. Мне надо, которые три. А у меня опять все сбросилось. Так, значит, рюмка. Погоди, погоди, погоди. Рюмка. Мне заново выбирать надо. Рюмка есть. Вторая тоже рюмка. А тут четыре символа, блядь. Мне надо три. У меня два и четыре. Одни, кстати, подсвечены, другие нет. Не три подсвечено? Смотри, у одних такая металлическая окантовка, а у других... Нет, тут окантовка... Нет, у всех металлическая. У тебя рюмка подсвечена? Так. Я не пойму, это из-за освещения или что? У тебя два символа и три? Два и четыре. Два и четыре. Можешь попробовать... Нет. У меня предлагает три символа. Мне надо три символа ввести. Я так понимаю, нажать на рычаг, и дверь откроется. Смотри, у меня, короче, такая спаренная комната. Ага. Длинная и параллельно еще одна. Ага. И лестница есть. Вот в маленькой части тут какой-то саркофаг. Надо, короче, друг у друга трансляцию открыть и играть. Нет, это не честно. Это не спортивно. Так, может, они как-то изменяются, когда на них тыкаешь? Слушай, я вот меняю сейчас один символ местами. У тебя они как-то горят, может, перестают гореть. А какой символ? Рюмку. Рюмку? У меня их две нету, с ними ничего не происходит. Я двигаю символы, и у тебя ничего не происходит, да? Нет, ничего не происходит. А рюмки-то вообще одинаковые. Да. Любопытно. Может, тут какие подсказки есть? Так, а как же так? Стоп. А если... Смотри, чем они отличаются. Одни символы над гробами. То есть, тут в нишах есть гробы. А во-вторых, нет. Ну, тут дофигища гробов у меня. И как раз получается по три. Так давай. Давай попробуем вариант с гробами. Давай. Первый цветок. Секунду, слева направо. Секунду, секунду. Цветок, который такой ромб над ним, да? Ну да, ромб с треугольником. Дальше. Второй рюмка. Рюмка. Так, у меня второго рюмки вообще нет. Понял? Правильно. У меня есть то, что ты сказал, и то, что мне понравилось, я не могу вслух сказать. Потом есть вот эти вот песочные часы. Есть... Ну вот это она и есть, рюмка. А, понял. Рюмка, песочные часы. Песочные часы. И третий? И третий тоже похож на цветок, но он пустой. Знаешь, на человека, стоящего на голове, похоже. А, понял. Я его первым выбрал. Значит, тут это будет третий. У нас цветок. Секунду. Так, второй выбрал. Вот это рюмка, песочные часы. Третий цветок, который... Человек вверх ногами. А первый это как кошак руки радостно раскидывает. Кошак руки радостно раскидывает. У меня черепашка такая есть. Есть такой, как... А, ну да. Понял, пробую. Что-нибудь изменилось? Так, клацнул рычаг. Он так и остался гореть красным. Попробую подойти к двери, открылась она или нет. Дверь заперта. Я тоже так, сниму. Давай проверим, правильно ли я все ввел. А, первый у нас... А, ну все сбросилось, ясно. Ты говорил, какая-то вторая комбинация есть. Да, давай теперь вторую. Вот гондон. Так, выбираем. У меня первого его нет. Нельзя выбрать первым. Может, тогда не оттуда точка. А рюмку можешь первую выбрать? Рюмку песочные часы. Сейчас, секунду. Нет. Прикинь. Так, третий. Черепашка. Третий черепашка. Первый черепашка. Первый черепашка. Сейчас. Есть. Ага, значит, второе будет гондон. Так. И третий будет рюмка песочные часы. Пробую.
Что-то класс? Рычаг не поменял. Ну, я класснул на рычаг, он не поменял цвет. Пробую открыть двери. Нет, дверь заперта. То же самое. Так, что-то мы неправильно делаем. Может, по комнате полазить сейчас, секунду. Что-то мы делаем не так. А вот это что такое? Он заперт. И на него нет активности никакой. Нет, тут, походу, только вот надо эту комбинацию разгадать каким-то образом. Так, а вот роза у тебя выбирается, да? Которая состоит из ромба, над ним два треугольника. Каким это символом идет? Первым? Да, первый. Так, роза и такие, ну, как руки расставленные, да? Да. Да, выбирается первым. Первым. Если справа налево попробовать. Справа налево? Второй чувак. Розу выбрать правым символом? Не, в первом. А, ты пробуешь. Первым символом выбрал розу. Дальше. Чувак потом стоит на голове? Секунду, да, второй выбирается. Секунду. Так. У меня есть похожие чуваки на голове, которые три круга над ним. И которые три ромба над ним. Нет, а чувак, который стоит на голове, только он третьим выбирается. Непонятно. Так, что мы брали? Мы брали вот эту фигню. Потом... Ну, рюмка песочные часы. Поставил? Ты уже мне говоришь? Я... Да. Да, первое что? Первый кошак поднял руки. Сейчас. На цветок похожий. Я в качестве кошака, который поднял руки, ставил розу. Может, в этом дело? Ну это роза. Кошак, который поднял руки, это палка с двумя ножками, полукруг над ним и еще какой-то полуовал, да? Тут нет ничего овального, тут все острые углы. Ромб, два треугольника. Это кошак, который? Да, блин, на, посмотри. Нет, ты должен описать, не буду я ничего смотреть. Кошак, кошак это какой? Опиши мне, что это? Короче, наверху два треугольника устремлены вершинами друг к другу. Получается, как восьмерка. Ну, секунду, секунду. У меня есть такой человек вверх ногами. Человек вверх ногами это не тот. Не другой то. Нужен. Смотри, давай я тебе опишу. У меня давай. Чувак с треугольным телом на лодочке. У меня черепашка. У меня вот эта вот роза, треугольник и как расставленные руки. У меня... Треугольник? Роза, два, да. Два треугольника, один... ромб, палка и еще две палки. Два треугольника. У меня такого первым вообще нет. Ага. Слушай, а может тебе нужно выставить символы, которых нет у меня? Давай попробуем. Какие у тебя есть символы? Так, кошак поднял руки. Так, кошак поднял руки, у меня такого нет. Ага, гандон есть. В первом у меня такого нету. Ну там такой... Давай лучше я, наверное, буду говорить, так будет проще. У тебя есть такой человек с треугольным телом, который на лодочке стоит? Нет, такого точно нет. Вот он будет первым. Дальше. Подсвечник с тремя ромбами над ним. Подсвечник? Нет, ничего похожего. Окей, пусть будет вторым. Так, третий у меня человек вверх ногами не то. Еще один подсвечник. Вот два, один, а. Они немножко разные. Короче, такие вот подсвечники. У одного, вот где огонь горит, там ромбы, а у другого круги. У тебя таких нету? С кругами точно нет. Пробуй нажать. Ну, по идее, рычаг, наверное, с красного на... Зеленый должен изменить цвет, но не помогло. Дверь закрыта. Так. Сейчас попробуем. Может, где-то кнопки какие-нибудь есть. А, я нашел кошак, поднял руки, я понял какой-то. Я думаю, какой нафиг кошак.
Так, какая ж может быть комбинация? Те, которых у тебя нет, у меня не работает. У тебя какой-то порядок можно определить? Ну смотри, есть символы с гробами, есть символы, в нише есть гроб. Угу. Есть символы, в которых нет гроба. Угу. Пустая ниша. А как звучит с гробами символ? Три. Мы такое уже пробовали. Ну, озвучь, какие там символы. Так, кошак поднял руки. Ага. Дальше. Потом. Песочные часы. Секунду. Стоп, они одинаковые? Есть. Они одинаковые. Дальше. Третий. Это человек стоит на голове. У него ноги такие, ромбом. Он похож на пустой звук. Открылась дверь! Я вел просто справа налево. И у меня тоже открылась. Клево. Ебать. Так. Ой, у меня музыка сменилась. Сейчас кто-то вылезет и будет меня убивать! Так, у меня есть книга. У меня тут здоровенное помещение. О, книга, да. Давай, надо хором прочитать заклинание, я думаю. Блять, тут по-английски. Да, совершенно верно. Так. My love for you. У меня в центре какой-то круг с пентаграммой. Я думаю, это что-то с книгой, наверное, связано. Сейчас посмотрим. Не, у меня нет круга с пентаграммой. У меня есть гробы. С кровавыми отпечатками ладони. Так, сейчас исследую комнату. Она довольно большая. Синий и красный гобелен по краям. Да, тоже есть. И следующая красный гобелен. Комната закрытая, естественно. Еще одна книга, но она неактивная. Ага, вот я зажигаю свечи. У тебя в комнате что-то происходит? Свеча загорелась. Нет, свечи возле этого, возле книги. Я несколько свечей зажег, а не одну. Она сразу тухнет, когда я зажигаю другую, по всей видимости. У меня горит. А где свечи находятся? У меня в центре комнаты. Возле книги. Нет, по центру стоят. Вокруг пентаграммы. Ага, у меня в книге написано, как их как поджигать, в каком порядке. Ага. Ну, озвучивай. Так. Северо-запад первое. Так, у меня проблема, мне надо определиться, где север. Север сейчас. Это если лицом книги стоит. Думаешь? Где вот это? У тебя в книге что написано? Прочитаю секунду, что здесь написано. Dear L, my love for you. А, у меня Dear B. Это, видимо, они друг другу пишут. Так, I have never been as happy alive than moment. Honor to receive what. Ну вот, стой лицом к книге. Сейчас, секунду. Promise you internal verity, but sacrifice, I cannot let you through this, I cannot let you destroy your character. This thing have done look beautiful, looking big mistake, I want you to remember me as was this summer right in the... 5-6. Ага, вот. Я хочу, чтобы ты запомнил меня или запомнила, как я стоял on that summer, как я стоял на этом... Что-то. А, вместе? Как я стоял этой летней ночью в Ноузгар, в каких-то садах. I want you to remember I will always love you, and I want to remember I will always be with you, even when I'm not in this area, but in the... Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Ну давай попробуем от книги. Да, допустим. Север будет самая дальняя, а юг будет самая ближняя к тебе. Понял. Книга — это юг. А дверь — это север. Так? Да. Давай. Да. Северо-запад? Северо-запад. Да. Так, у меня на северо-западе две свечи. Смотри, север — одна свеча, восток — две, юг — одна, запад — две. Вот так. У меня не четыре свечи, у меня их шесть. Шесть. У меня тоже шесть. Окей, ты говоришь на северо-западе, у меня две свечи на северо-западе. Какую зажигать из них? Которая напротив двери, это будет север. Дверь — это север, а книга — это юг? Да. Понял.
Северо-запад, которая ближе к северу. Да. Зажег. Дальше. Северо-восток. Северо-восток. Северную пропускаешь, следующую запускаешь. Южную. Нет, северо-восток. Я смотрю на северо-восток, у меня две свечи. Одна ближе к северу, другая ближе к югу. Ну, а, северо-северо-восток тогда. Понял. Есть. Дальше. Потом юго-юго-восток. Третья. Юго-юго-восток. Есть. Потом юг. Рядом. Есть. Которая. Так, следующая север, который ты пропустил. Есть. И последнюю, да? И последняя, да. Есть. Что-то сработало, у меня гобелены открылись. У меня они тоже засветились огнем. Такие яркие стали. Это, походу, не вся головоломка, потому что дверь не открылась. Мы сделали какой-то ее этап. У тебя что там происходит? Можно ли что-то у тебя делать? На синем гобелене у меня нарисована такая, знаешь, фигура, которая триумфально поднимает треугольные кулаки с хвостом. Загнутым. У меня этот гобелен активен, я могу чего-то менять на нем. Вот должна быть фигура. Круглая голова. Смотри, мы должны... Это в самом большом ромбе? Вот. Там, короче, большой ромб. Синий гобелен. В центре огромный ромб, а вокруг него куча мелких со значками. Ох, нихера себе. А у меня тут уже собранная фигура. Я понял. Я должен нарисовать эту фигуру, которую видишь ты, у себя. Видимо, да. Что ты видишь? Так, примерно по центру и чуть выше. Круг с точкой в центре. Так, у меня есть такой символ, но я до него не дотягиваюсь. Смешно. А, надо, короче, как-то стать тут. На. Так, пойду посмотрю, может, на красный, как он выглядит. Так, я выбрал этот... Не-не, не уходи. Я выбрал круг с точкой посередине. Дальше. Угу. Так, потом идет вертикальная... Нет, не вертикальная. Вертикальная линия, которая загибается вправо, крючковато. Вот от этого круга вниз идет вертикальная линия, которая загибается вправо. Ага, я понял. Вверх. Вправо-вверх. У меня три таких линии. На конце этой линии круг, треугольник. Или... А, треугольник. Это от головы идет. Нашел, есть такое. Потом чуть ниже головы такой небольшой промежуток на шею и такая, знаешь, дуга с концами вверх. Сейчас, секунду. Еще раз скажи, пожалуйста. Дуга с концами вверх и на концах треугольники. Выбрал. Дальше. А, все, все четыре. В итоге получился такой скорпион. Да, но ты еще не поставил последний элемент. Какой? Это так. Горизонтальная линия, у которой погнуты концы. Правый конец загибается вниз. Это есть уже, это уже есть. Значит, уже нарисовали. Есть. Так, теперь пошли к красному гобелену. Пошли к красному. А ничего не щелкнуло? Нет, надо шире на нем собрать, видимо, мне рисунок. Что, какие элементы ты видишь тут? Ох, тут сложная фигура. Короче, вертикальная линия, внизу круг перечеркнут крестом. Вертикальная линия, внизу круг перечеркнутый крестом. Так, круг перечеркнутый крестом у меня уже есть. В самом низу. Вертикальная линия, наверху что на ней? Наверху дуга, концы направлены вверх, на концах два кружка. На концах два кружка. Так, поперечные есть. Линии на этой линии есть? Длинная и короткая? Есть. Ага. И чуть ниже, такое, знаешь, как вилы двухсторонние. Вилы. И З. Горизонтальная линия. Да, горизонтальная и И З. Ага, понял. Попробую сейчас как-то выбрать. Выбрал, получилось. Сейчас.
куча книг валяется. Так, какой-то... Сейчас посмотрим. Так, дверь не открывается, значит, я что-то не так делаю. Красный гобелен. У меня что в итоге получилось? Наверху загнутая линия с двумя кружками на концах. Вверх, смотрите. Да, вверх. Через всю картинку вертикальная линия с кругом, перечеркнутым внизу. Значит, сверху вниз это горизонтальная линия. Ее пересекает прямая одна. Ее пересекает прямая, которая согнута концами вниз. Так, и... согнута концами вниз? Нет такой. Нужна прямая. Длинная прямая, потом короткая прямая. Так, значит, я как-то неправильно выбрал. Сейчас, секунду. Понятно, почему я лорд, а ты крестьянин. Значит, затык у нас в красном. А, тут же еще есть диагональные линии. Сейчас. Диагональных здесь точно никаких нет линий. Не-не-не, то я про себя. О! Составил! Музыка изменилась. Да, у меня загорелось в центре комнаты. Сейчас. Ёбана в рот! Что у тебя происходит? У меня, короче, горят символы вот в этой центральном газебе. Да, газебе, ну туда. Так. И, значит, тут линия идет. Такая ломаная, в каком порядке надо нажимать символы. Так. Че, давай попробуем? Давай. Первый символ — это как молния, бьющая в землю, от которой летят искры. Я стою лицом к центру круга. Не совсем пойму. У тебя... Ну вот. Я не пойму просто, что мне надо делать. Ты можешь воздействовать на эти символы? На символы? Сейчас. Которые горят огнем. Так, гобелены... А, нет, стоп, это, наверное, в центре комнаты что-то надо делать. В центре комнаты, в газебе. Так, в центре комнаты у меня какая-то пентаграмма. Ага. Ты ее имеешь в виду? Да, только тут не пентаграмма, тут другой символ. У меня она неактивная. Неактивная. Интересно. Может быть, ты у себя должен ее нарисовать, или как? Попробуй понажимать что-нибудь. Да нет, тут нет активных точек. А, у меня есть стопэ. О, я же лорд. Я говорю, что делать, ты делаешь. Да, мой господин. Короче, вокруг... Я не желаю присоединиться. Так, у меня, короче, какая-то пентаграмма, а вокруг нее куча кнопок с символами. У меня есть вот эта молния, которая бьет в какую-то непонятно куда. Ну да, как искры в разные стороны. Нажимай ее первый. Понял. Нажал. У тебя в порядке они расположены? У меня нарисовано, в каком порядке их нажимать, такая линия. Понял, говори вторую. Так, вторая похожа на ромб, и сверху и снизу у него рожки. Сверху ромб, с рожками сверху. Не, по центру ромб, и галочка сверху, галочка снизу, в другую сторону. По центру ромб, галочка сверху, галочка снизу. Она прям напротив получается. Так, смотри, какие у меня символы. У меня ромб с двумя ножками снизу. У так, меня... Ромб с двумя... Подожди. Одни ножки. А, ну да, две ножки, да, есть. У меня такая, короче, как... как маска, но два ромба. Как для двух глаз. Ага. Но от них сверху, вверх и вниз идут сверху ножки. Сверху вниз рожки. Да. Угу. Есть... Что это такое? Как песочные часы, но они лежат боком. Следующий символ, да. Да, есть ромб с ножками сверху и снизу. Так, ромб с ножками сверху и снизу. По две ножки наверху. Есть, да, вот я как раз его имел в виду, что он второй. А, понял, вот это второй. Так, есть третий символ. Третий Ф. Ф, Ф, Ф. Ромб рассеченный поперек линии.
А, F есть. Следующий символ похож на водомерку. Водомерка есть. Следующий символ это похож на билетик в кино, как в американских фильмах показывают. Билетик в кино, билетик в кино. Перевернутые песочные часы? Да. Есть. Наверное, да. Следующий, вот эта восьмерка, вернее, бесконечность из треугольников. Бесконечность из треугольников и ножки, да, сверху и снизу. Нет, без ножек. Просто без бесконечность. Ножек. Просто бесконечность. Есть. Следующий — маска с ножками. Есть. Ну и последний. Рыба. Есть. Ачивочка прилетела. Так должна, да, перед, наверное, открыться. Да, мне тоже так кажется. Пойдем посмотрим. У меня ничего не щелкнуло, не хрустнуло. Сейчас гляну, может, я могу пройти. Заперто. У меня просто ачивка прилетела. А, открылась у меня дверь, открылась. Иду дальше. Достигнута контрольная точка, да. А я не могу идти дальше. Так. А, забери меня отсюда. Опять какая-то книга под дверью. Лестница, я по ней поднимаюсь наверх. У меня такого вообще нет. Это какая-то башня. Ага. Проход дальше по лестнице перегорожен копьями, которые вышли из стены на высоту человеческого роста. Я не могу пройти. То есть мне их надо как-то открыть. Сейчас поищу, что здесь может как-то мне в этом помочь. Ага. У меня за мной обвалился пол, и там лава. О, нормально. Я не могу никуда пройти. Значит, действовать должен ты. Мне нечем тут воздействовать, у меня даже дверь нет. Походи, может, у тебя что-нибудь открылось. Не обязательно дверь, проход. Кстати, куда-нибудь. Может быть, вторая дверь. Оп! Да. У меня на стене в форме христианского креста какие-то символы. Если тебе вдруг понадобится, у меня что-то такое есть. Тут изображены квадраты, треугольники, какой-то как компас, пятиуголь и два пятиугольника. Так, смотрим. Треугольник смотрит направо. Мне их нажимать нельзя. У тебя можно? В каком они порядке у тебя лежат? А ты нажимать можешь? Я их могу брать. О, и понял. Переворачивать. Так. Давай, на самой вершине... Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня семь кубов с символом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня шесть. Видимо, седьмой — это последний. Или первый. Ага. Значит, в каком порядке? Итак, у меня они выложены по всему кресту. На самой верхушке креста треугольник, который одним углом смотрит налево. Налево. Так, подожди-ка, сейчас мы его найдем. Ничего, он не упал. Нет, он упал. Налево. Треугольник смотрит налево. Где же он? Нету таких, может, любой у треугольник? У меня все смотрят направо. А. Не знаю, попробую его как-то активировать. Я его могу взять в руку. И что? Положить. Может, это предмет? Я могу его вращать. Да, а, это вращать предмет, можешь. Я могу вращать. Так вращай его. Сделай его углом налево. У меня какой-то звук. Опа. Так, у меня за мной сдвинулся пол. У меня теперь очень мало пространства, Дрюха, между мной и лавой. Чтоб ты понимал. Оно продолжает сдвигаться, Андрюха. Мне она... Все, это, походу, головоломочка-то на время. Так, не то, да? То. Что это такое? Так, треугольник так, я положил. Мое завещание в левом ящике стола. Так, треугольник смотрит почему-то вверх. Все, свалился в лаву. Прикол. Нажми. Да, да, нажми. Ага. Любопытно. Значит, когда мы ее начнем решать, активируется вот эта фигня. И у меня начинают уезжать ступеньки, и я сдохну, если мы ее быстро не решим.
Так, треугольник, потом что? Я не помню. Надо запустить. Значит, еще раз минимум, сейчас еще раз дохну. Ну, оно еще. Оно еще. Да. Оно еще может и меняться, по идее. По идее, да. Так, вот здесь проход. Так, я поднимаюсь по лестнице. За мной часть лестницы обрушивается в лаву. Тут у нас копья передо мной. Правильно, правильно. Так, сейчас, секунду, я смотрю, есть ли тут что-нибудь еще, которое показывает на это. Больше вроде ничего нет. У меня, кстати, та дверь за... Так, ну смотри, да? Давай, ты, может, себе где-нибудь, я не знаю... А, точно, порядок символов изменился. Она в другом месте открылась, дверь. Ага. У тебя есть дверь, и ты куда-то пошел? Да. Давай, говори себе порядок символов. Ага. Только ты их не нажимай. Ты сначала, я не знаю, может, запиши где-то, а потом сразу все нажмешь, потому что времени очень мало. Понял, подожди, сейчас ручку возьму. Итак, давай. Итак, смотри, у нас есть вот этот крест. Наверху один символ, посередине три, чуть ниже один и чуть ниже один. Понял? Ага, три символа, чуть ниже один, еще чуть ниже один. Итак, в голове креста у нас треугольник, который острым концом повернут направо. Направо. Так, средние три символа. Левый, квадрат. Квадрат. Средний в середине символ, ну вот этот, посередине креста, такой как компас, который направление света показывает, понял? Или звезда, вот так он выглядит. Компас. Так, правый символ посередине, это треугольник, который острым концом смотрит вниз. Треугольник вниз. Теперь ниже, один символ, пятиугольник. А, у них тут разное расположение. Короче, пятиугольник, который, который острым углом смотрит наверх. Я такой даже вижу. Да, себя. Да. И самый нижний символ – пятиугольник, который острым углом смотрит вниз. Так, понял. Как только ты нажмешь первую фигурку, активируется самоуничтожение кармы. Поэтому, пожалуйста... Я не пойму, почему у меня два треугольника тут лежат, и они смотрят оба вверх. Ну ты же их можешь поворачивать, ты сказал. Да. Вот тебе их надо развернуть в правильную позицию, по всей видимости. Так, первый поставил. Бля, не тот. Ступеньки пошли двигаться. Угу. Так, первый треугольник, который смотрит направо. Почему он вверх смотрит? Блять. Я же его повернул. А, я понял, как это все выглядит. Все, рип. До меня дошло. Отлично. Всего две жизни. Еще семь. Как у кошака. Ну, сейчас будешь заново зарисовывать, там порядок меняется. Потому что так. Я когда беру его в руку, у него как-то... Ну вот я его настроил положение, подхожу, кладу, у него положение почему-то другое. Понял. То есть это, может, надо ориентироваться по стороне света, блядь. Ты готов? Да. Итак, вверх креста. Пятиугольник острым концом смотрит наверх. Так, есть. Левая часть середины, компас. Центр середины. Треугольник смотрит направо. Смотрит, я имею в виду, что острый угол направо смотрит. Да. Левая часть, правая часть середины. Треугольник смотрит острым концом налево. Ниже квадрат. Квадрат. Ниже пятиугольник. Треугольник смотрит вниз. Вниз, да. Ладно, попробуем. Так, а у меня что-то открылось вообще? Где это? Опять новая дверь. Ищи ее теперь. Ага, вот она. Так, пятиугольник смотрит вверх. Что интересно, у меня до сих пор не двигаются ступеньки. Так, потому что я правильно взял.
Ты будешь, чем было дело предыдущие два раза. Компас. А компас куда смотрит? Компас... Севером куда смотрит? Север, ты имеешь в виду черная линия? Нет, большая... Ну, на компасе такая большая красная хуйня. А, тут нет большой красной того, что ты сказал, но вроде самая длинная смотрит на запад. Блядь, неправильно. Да, я его не перевернул правильно. Спокойно. Ну, у меня еще все в порядке. Я, на удивление, даже ни одна ступенька не сдвинулась. Должно быть. А, точно, она красная на компасе. Просто тут из-за освещения этого не видно. У меня ступеньки пришли в движение. Потому что я ошибся. Почему компас так поворачивался? Может, вот этот надо взять? Давай быстрее, блять. Да, у меня те же самые мысли. Я не пойму, почему. Нет, не то. Может, тут он где-то сверху есть? Вот, давайте вот так. Все, рип. Блять. Я не понимаю, как их поворачивать. Потому что я их держу, допустим, ну, в определенном положении. Ставится она на пьедестал совершенно в другом. Блять. Тупая игра. У меня получается, вот этот крест, это твой ящик, только он развернут. У тебя же ящики, правильно? Кубы такие. Ну да, да, кубы. Вот. Тебе надо выбрать тот куб, который будет как мой крест. Получается, у меня этот куб, он развернут. Четыре стороны, вверх и низ. Компас указывает у меня, наверное, верхнюю или северную часть куба. Вот. То есть у тебя направления будут... скорее всего, отличаться от того, что я тебе говорю. Но в данный момент у меня компас показывает на север. Значит, вот эти фигурки, они будут как надо. Угу. То есть у тебя сейчас должен быть наверху пятиугольник, который показывает направо? Сейчас скажу тебе. У тебя на ящике компас где находится? На ящике компас у меня находится... На север показывает. Ну, на верхней части куба. Да. На верхней части. На ближней части куба. Которая перед тобой, ты имеешь в виду? Да, вот ко мне передняя плоскость это показывает на север. Я понял. А сверху уже, собственно, фигуры. Ага. Вот. Значит, вот этот компас, он перед тобой. Над ним должен быть пятиугольник, который башкой повернут на север. Нет, направо он повернут. А, есть, нашел. Вот. Рядом с ним должен быть пятиугольник, который повернут к этому пятиугольнику. Предыдущему. Брошу его. Два пятиугольника, которые смотрят друг на друга, по идее. Пятиугольник, нет, мой смотрит направо. Вот смотрит наверх, смотрит направо. Ты касался куба? Нет, я куб взял, но я его не ставил на место. Ты когда берешь куб, у меня начинает двигаться лестница, так что ты его не бери, пока не определишься, какой из них. Вот. Два пятиугольника, которые смотрят друг на друга. Они не на друг на друга смотрят, они выглядят... Ладно, попробуем этот и второй. Есть! О, открылось! Да, сразу. Сейчас будет второй точно такой же. Всего три куба. Выходи из комнаты. Все, у меня иди... погасло. И в следующую комнату иди. Блять. У тебя там что-нибудь происходит? Я подошел к следующим копьям. Тут следующий крест. Сейчас опять буду тебе рассказывать, какой куб выбрать. Неужели? Так, все, за мной дверь закрылась. В другую комнату зашел?
Да, везде опять указание на север. Значит, компас показывает на север. Да. Под ним должен быть треугольник, который показывает на юг. На юг. Есть на восток. Два треугольника, которые смотрят друг на друга. Должны тоже быть. На восток. Острыми концами друг к другу. Квадрат. Треугольник, треугольник. Либо два пятиугольника, которые тоже смотрят друг на друга. Давай треугольник попробуем, вот этот. В закрытом. Ничего. Другой треугольник. Так, этот я брал. Либо два треугольника, которые смотрят острыми концами друг на друга, либо два пятиугольника, которые точно так же. Сейчас треугольник попробую. Пятиугольник есть. Не открылось. Нет. И я рипнул. Так, ну видишь, уже к чему-то продвинулись. У тебя одну уже открыли. Над ним пятиугольник, который смотрит наверх. Слева от него квадрат. Не-не-не, все не надо описывать. Я тебе скажу, какая фигура будет над компасом. И это будет точный ящик этот. Значит, над компасом, над стрелкой на север, должен быть нарисован пятиугольник, который смотрит, получается, направо. Нет, он вверх смотрит. Другой ящик поищи. У тебя же там несколько ящиков, правильно? Да, да. Но у меня вот ни один не... А, направо, все, нашел. Кладу. И что, с ним ничего не происходит? Над компасом. Может, я как-то не так рассказываю. Фигово. Справа от компаса какой символ? Справа от компаса. Сейчас, секунду. Пятиугольник, который смотрит направо. Да. А слева должен быть квадрат, да? Да. Но это он. Почему он мне его не принимает? Значит, да. О, открылось. Надо было нажать. Бежим следующее. Все, дошло. Так, следующий. Скажешь, когда будешь на месте. Подхожу. Да. Над компасом, над стрелкой на север. Треугольник, который смотрит направо. А справа от компаса квадрат. Сейчас, секунду. Слева справа... квадрат, справа треугольник. Слева квадрат, справа пятиугольник. Пяти? Да. Вижу, это трехугольник был. Да, не он. Наверху треугольник, слева. Справа пятиугольник, слева квадрат. Да. Нашел. Ушел. Есть. Бежу. Иду дальше. Погиб? Нет, еще. Боюсь. Так, скажешь, когда будешь на месте. Так, здесь все заперто. Здесь все заперто. Это мы были как... О, зашел. Слева от компаса пятиугольник, который смотрит наверх. Справа от компаса пятиугольник, который смотрит вниз. Пятиугольник. Нет, это треугольник. Это четырехугольник. Пятиугольник. Пятиугольник. Сверху над ним треугольник? Сейчас. Да. Все, я нашел его. Готово. Есть! Фу, блядь! Ебучие! О, и у меня дверь открылась. Ух ты, как интересно. Я вышел из этого зала. Что, у тебя там время есть еще поиграть? Да, есть. Ты же говори, если что. Так, я зашел в комнату, у меня посередине капитанский руль. Капитанский руль. Я пока еще иду. Поднимаюсь по лестнице. Но он неактивный. Большая комната такая.
Я заебался по лестнице идти. Ух ты, я могу оружие взять. Но им нельзя пользоваться, его можно только поднять. Наверное, куда-то его вставить надо. О, открытая дверь. Да, по-любому. Тут куча разных видов оружия. Так. Я слышу смех. Меня кто-то ржет. Извинит. Так, комната сужается. У тебя? Да. Так, всей видимости, я должен что-то сделать. Только так, что? Четыре рыцаря. А, наверное, рыцарям дать оружие. Так, у меня на тоже... входе слева рыцарь с мечом. На входе справа рыцарь с щитом. Понял, везде. Оружие расставить по рыцарям. Я бегу, сейчас тут надо какое-то время побежать. Меч, да, у одного? Да. Так, меч. У этого слева на входе. Так, бегу. Правого щит похож на двемерский. Секунду. Так, самый левый меч, да? Да. Потом самый правый щит двемерский. В какой руке у него меч? А, в левой, кажется, я уже не вижу. Сейчас, подожди. Не вижу его пока. По-моему, в левой. Да, в левой. Mm-hmm. У следующего рыцаря какой слева? Щит в левой руке похож на двемерский. Больше понял, ничего. Понял, сейчас. Щит круглый, щит с концом вниз. Какой щит? Круглый. Круглый, понял. Ну, он такой, он в виде бабочки. Так, мне все меньше и меньше времени. Бабочки, блин. Сейчас, секунду. Так, ну эту попытку мы просрём. Надо будет заранее тогда описать все оружие и щиты, которые есть. Угу. Виды бабочки. Вот этот. Поставил? У тебя еще есть тут время. Кнопка бега есть, отлично. В какой руке щит у него? В левой. Есть. Теперь дальний рыцарь, дальний слева, в правой руке алебарда, в левой. Я же левым и расставлял. Так нет, там слева, ну, короче, во всех концах комнаты, вот в ближних концах два рыцаря, в дальнем конце комнаты тоже два рыцаря. Я понял. У меня вот как я стою, вот слева от двери два рыцаря, и справа два рыцаря. Слева два, справа. А, слушай, два. Над ними гербы есть. У тебя есть? Да. Смотри. Мышь с мечом. Секунду. Так. Какая-то танцующее барсук. Животное. Барсук. Отлично. Барсук с мечом. И птица. Угу. Значит, так и будем. Сейчас меня убьют. Да. Нет. Блин, вообще довольно-таки неприятно. Он так медленно катится. Долго там еще умирать? Ну, минуту. Нет, меньше. Секунд 15. Все, мини-пизда. Наконец-то теперь Пробежду твоя полу. Жизнь от меня зависит. Кто изобрался в этой лаве подыхать. Так, тут еще мечи разного вида. Да, да. Так что надо будет осторожно. Так, я готов? Ты готов? Погоди, не начинаем еще. Я находил. Так, гербы. Они опять разные, понял? Да. Смотри, какой-то как пеликан птица. А? Потом орел как герб. Есть у тебя? Я пока не могу зайти в комнату, мне сыкло. А, ясно. Когда преодолеешь свой страх, скажи. Нет, давай я сейчас... Ты всех своих рыцарей видишь? Они в прямой видимости? Да. Короче, сейчас забегаю и начинаю быстро... Погоди, не забегай. Над каждым рыцарем герб. Нам надо... Угу. Ты у себя смотришь герб и говоришь, какое у него оружие и в какой руке. Я не совсем ориентировался. Ты вот щиты описывал. Смотри, у меня есть щит круглый и есть щит в форме как вот медалька такой он. Вверху как... С лепестками, да? Не-не-не. Вверху как вот эти вот... На крепостях, понял? На башнях такие две... Как бойницы. Наверху бойница, а вниз он заостренный. Каплевидный, вот Да, во, каплевидный. Пускай будет каплевидный. Круглый, он прям вот идеальный круг? Или он с какими-то... Значит, есть идеальный круг. Есть круг с вырезанными бойницами. И еще один каплевидный есть. Вот этот круг с вырезанными бойницами ты имел в виду, как этот? Да, видимо, да. Понял. Так. Как четыре лепестка. Оружие, получается. Смотри, что у меня есть. У меня есть двусторонняя секира.
Ага. Есть меч, я его брать не буду. Ты в комнату зашел? Я вот на пороге стою. Да, не заходи, потому что я сейчас возьму меч, и по идее все активируется. Или не буду брать? Не, не буду брать. Наверное, так. Я когда бомба она включится. Короче, меч. Есть вот эта вот булава железная с шипами. Моргенштерн, да, по-моему, называют? Да. Есть алебарда. Ага, вот она была у одного рыцаря. Так, сейчас еще тут с другой стороны. Они по всей комнате раскиданы оружие достаточно далеко. Еще два меча есть. Значит, там... нет, четыре меча. Значит, один изогнутый, как ятаган, но не сильно. Один такой, он зауженный к середине. То есть он такой широкий сверху и снизу, но к середине он зауженный. И два обычных меча, ну, безо всяких излишеств. Один чуть длиннее, другой чуть короче. А с шипами есть меч? С шипами меч... Может, раз был. Такие, чуть-чуть есть два шипа в верхней части. Так, короче, да. Я забегаю, начинаю описывать, а ты ориентируйся. Договорились. Так, рыцарь с волком, кажется, волк, ага, с мечом. У него в правой руке такой на топор похожий меч. Сверху за три, раз, два, три, четыре зазубрины и вот такой клиновидный. Сейчас, секунду. Меч похожий на топор. Так, я второго уже не вижу. Я не знаю, какой меч похож на топор. Но он такой, короткий и с широким лезвием. Широкий сверху, снизу сужается. Меч похожий на топор. Как тесак, что ли? Да. А. Бегу с мечом, похожим на топор. Волк с мечом, да, герб? Да, да. Так, волк с мечом... в какой руке меч? Вправо. Меч поставил. Дальше. Следующий. Рыцарь с орлом гербовым. Слева двусторонняя в левой руке двусторонняя секира. В правой руке каплевидный щит. Вырез сверху, слева и справа. Так. Двусторонняя секира. Какой герб? Орел. Орел, орел, орел. Орел, орел, орел. Так, есть в какой руке секира? В левой. Правый щит. Так, щит какой? Правый. Каплевидный с вырезом сверху и слева и справа. Бегу, бегу, бегу со щитом. У меня уже меньше половины времени осталось. Так, с орлом, да? Да. Есть, следующий. Герблый. Барсук. Меч с сужением по центру. Сверху широкий, снизу широкий. По центру сужается в левой руке. Есть, бегу. Барсук в левой руке. Барсук, барсук, барсук. Барсук в левой руке. Есть, дальше. Аист, последний. Двусторонняя секира в правой руке, длинная ручка. Бегу, бегу, бегу. Аист, аист в правой руке. Все, есть! Открыто. Ее! Я всего раз фрагнулся. Ну я ж не ты! Так, тут так. Комната с рычагом, дергаю рычаг. Хуй, не дает. Светит с красным. Тут замок. Какой-то... Короче, у меня тут мини-замок какой-то, как игрушечный. Мини-замок? Он... У меня тоже стоит такой. Да, перед ним большое пустое пространство, да? Да. Ага, ну значит у нас одинаково, посмотрим, что... Сзади там какая-то синяя херня. Сзади, если его обойти... то там фиолетовое... Сбоку, если подняться, есть витражи. Витражи на замке? А. Не-не, не на самом замке. Они... Прямо. Ну, три витража. Короче, есть витражи, да. Король и заколотая баба с мышами. Так. Потом какой-то рыцарь и застреленная стрелами баба. А, каждый витраж состоит из трех частей. Их можно достать. Верхняя, средняя и нижняя. Витражей не три, а шесть. Они с другой стороны тоже есть. Нет, у меня только с одной стороны. У меня с двух. Так, витражи с двух сторон. Тут еще какой-то проходик есть. Кстати, я тоже могу их трогать.
Я только могу на них навестись. Ага, нам надо составить изображение. А какое? Ну, какое у меня, наверное. У тебя есть образец? Да, я на образцы смотрю. Их несколько? Три. Три образца. Так, а у меня шесть витражей. На каком? Подойди к замку. Подхожу. Вот ты стоишь, глядя на него. Да. Впереди замок, сзади большое поле. Можешь сзади обойти его? Могу, сейчас, секунду. У меня перед замком большое поле. Да, а вот надо сзади к нему подойти. Я не могу сзади подойти, я могу на него залезть. А, вот, тут есть, короче, три пустых места, куда надо вставлять. Все, а мне надо... Одно. Да, у тебя образец. Наверное. Так, темновато. У тебя, ты говорил, три витража. Да. Ты с ними взаимодействовать можешь? Только смотреть. Прекрасно. У меня есть три пустых места для витражей, которые я, видимо, должен составить из шести уже имеющихся витражей. Вот. Давай их составлять. Давай, описывай, так, какие у тебя. Нет, это ты мне как раз будешь описывать. Так, вот, левый витраж, да, левый витраж. Итак, что изображено? Так, сверху монарх в короне. Сейчас, с усами и бородой. Сейчас поищем монарха. На шее у него жемчужная цепь и такой, как цветок. Так, монарх с усами и бородой. На правой бородка, руке... бородка маленькая, да? Бородка маленькая. На правом плече, как луковицы тюльпанов. Ага. Так, корона у него такая, типа, золотая, да? Как так. Там? Ага. Сейчас я секунду посмотрю, какие остальные, чтобы не ошибиться. Ага, все. Так, взял монарха, тащу его к витражу. На самом верху он. Так, воткнул. Средняя часть. Средняя часть. Женщина, которую протыкают копьем, и у нее как будто мыши в руке. Голова направо. Так, получается. Секунду. Рыжая. Протыкают копьем. Мыши в руке, так. Да, эту мечом так... протыкают. Эту кинжалом. Сейчас там такое, знаешь, длинное копье. Вот оно понял, даже на меч немного похоже. Так. Нет, это копье все-таки. Тут у нас стрелы. Левой руки у нее не видно, правая рука прижимает к животу. У меня нету с копьем. Сейчас попробую тебе описать, что у меня есть. Так, значит, женщина в шлеме с тремя стрелами в груди. Это не то, видимо. Да, в шлеме рогатом. Не рогатом, а с крыльями. С крыльями. И в ней три стрелы. Да, это другой витраж. А, так скажи, какой? Куда ее тащить? Средний. Средний, в средней части. Отлично. Дальше. Сейчас. Так, поищем тетку с копьем. Секунду. Так, кстати, следующий. Что, говори. Женщина с кинжалом. У нее голова, ну, влево. Кинжал так, в левую руку. Смотри. Кровавленная. Это правый витраж. Тетка рыжая, голова направо, с кинжалом в руке. Нет, ну там у нее в руке нет ничего. Понял. Тетка с одной стрелой в груди. Нет. И то, сейчас остальные три. Так, тетка в шлеме с верхней частью, как у медведя, с тремя стрелами. Нет. Нет, так. Тетка рыжая, направо голова, огроменный меч в груди. Или копье. И как мышь такая, да, под рукой? Хвост такой. Ну это же ее коса. Ну да, ну я и говорю, как мышь. Мышь, блин, Андрюха! Мышь, говорит, какая, да какая мышь, ни у кого нету. Это левый витраж, середина, да? Это левый витраж, середина. Бля, реально надо в сплит-экране это показывать. Мышь, блин. Тут была, тут. Так, а нижняя часть у нее какая? Ой, они тут маленькие, будут сложно. Нижняя часть, тут 4 куста и фонтан по центру. По центру маленький фонтан. Вижу. И слева два куста, вижу, справа вижу, два куста. Вижу, да, есть такое. Это первый витраж. И мышь там, да? Мыши там нет. Мыши посередине. Вот на мышь похоже. Левый витраж собран. Центральный витраж, верхняя часть. Так, там воин в медвежьем шлеме с короткой бородой.
Так, воин в медвежьем шлеме с короткой бородой. Так, у меня их на, тут на двое. На правой руке луковицы. Не-не-не, вот. Руки не описывай, только голову. Голова и верхняя часть. Так, блин, а чем они отличаются? Короче, медвежий шлем с большой бородой — это правая? Погоди, погоди, так. Я не могу понять, два абсолютно одинаковых витража. Борода разная. А, разная борода. Так. А короткая борода — это центральный, а длинная борода — это правый. Понял. Сейчас разношу бороды, секунду. Так, воткнул в центральный. Бегу за правым. Взял, тащу на место. Так, есть. Центральный витраж, нижняя часть. Так, тут 4 зеленых дерева. Ну, точнее, деревьев получается 2, 4, 6, 8. Раз, два. А, есть. Так, правый витраж, средняя часть. А баба с кинжалом. Баба с кинжалом. Блондинка. Так. А, блондинка. Так. А, есть. Это стрела в ней воткнута, это не кинжал. Сейчас еще тут где-то были. Так, тут тоже стрелы. А, вот блондинка. Блин, взял нижнюю часть. Так, блондинка с кинжалом тащу. Так, и нижняя часть. 4 сухих дерева. 4 сухих дерева. Есть, сейчас потащу. И мы узнаем, насколько мы были правы. Не правы, потому что что-то не так. Описывай. Так, значит, левый витраж. А, не, сейчас, погоди. А, ну да. Так, левый витраж, верхняя часть. Мужик в короне, усы и борода. Угу. Может быть, есть какой-то похожий мужик? Сейчас буду оббегать каждый раз. Так, а, есть мужик похожий. Он смотрит направо или налево? Голова повернута направо. Вот, вот и наша ошибка. Сейчас поменяем. Ну где я его дел, блин? Уронил что-то. Да, а, да. У тебя что-то изменилось? Нет пока. Я рычаг дернул. О, есть, отлично. О.